«Нафтогаз» подал в Кабмин финансовый план на 2018 год. Из документа следует, компания прогнозирует существенное увеличение прибыли до 35 миллиардов гривен. В этом году отчитались о доходах в 22 миллиарда. Таким образом, цена газа для населения может увеличиться на 17%. Намерены в «Нафтогазе» поднять и зарплаты в 2,5 раза, увеличив зарплатный фонд до 1,5 миллиардов гривен. Основное повышение коснется менеджмента. На оплату их труда потратят около 85 миллионов гривен и еще 32 на проживание и перелеты. Кроме того, в НАК собираются создать резервный фонд для выплаты бонусов в 720 миллионов гривен. Ранее, я напомню, на заседании Кабмина Владимир Гройсман резко раскритиковал руководство «Нафтогаза». Назвал он компанию эту монополистом, который диктует украинцам цены на газ. У нас в Украине есть монстр у выгляде монополиста НАК «Нафтогаз Украины». И тому, в принципе, там, в 2014 році розпочали реформу «Нафтогазу», але прогресу на сьогоднішній день немає. Розділення функцій оператора ГТС, розділення функцій добичі газу, розділення функцій продажу газу, цього ж не відбулося. Тому що вважаю, що була неефективна побудована робота всередині компанії –